Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский», в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Карагандинской области с 1 октября начнут отапливать детские сады, школы и больницы. Готовность к отопительному сезону сегодня составляет 99%. Профессионал своего дела, патриот и достойный пример для подражания. Таким видит кандидатов проект «100 новых лиц Казахстана». В Карагандинской области стартовал второй этап конкурса. В Караганде состоялся второй этап Дней этнокультурных объединений. В масштабном мероприятии приняли участие представители объединений 4 районов и 3 городов. Обо всем более подробно. Карагандинская область на 99% готова к отопительному сезону. Такие данные привели на очередном аппаратном совещании. Тепло карагандинцы получат уже 1 октября. Готовность к отопительному периоду в регионе составляет 99%. К 1 октября будут подготовлены системы теплоснабжения. В настоящее время ведется опрессовка и промывка систем отопления. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства Улантай Усенов. Из 2800 километров на сегодня опрессовано все полностью 100%, промыто 1262 километра. Километра или 45%. На 1 октября мы планируем все завершить, все промывочные и опрессовочные работы, и быть готовым к началу отопительного сезона, Ерлан Шканович. О готовности Караганды к отопительному сезону на аппаратном совещании доложил аким города Нурлан Аубакиров. С 1 октября планируется отапливать школы, детские сады и больницы. На сегодняшний день мы заполнение магистральных сетей, километров Шахтинская и практически Майкубка завершены. Начато заполнение тепловых сетей юго-востока города. Отопительный сезон начинаем с 1 октября. В первую очередь будут подключаться детские сады, школы и больницы города. Также градоначальник рассказал о реконструкции магистральных тепловых сетей. Данная работа проводилась в рамках программы «Нурложол» на 4 участках по улицам Гоголя, Чапаева и проспекту Республики. Реконструкция позволит улучшить теплоснабжение тысячи домов и сотен объектов соцкультбыта. Тепло в дома карагандинцев подадут уже 1 октября. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Стартовал второй этап проекта «100 новых лиц Казахстана». О критериях отбора кандидатов и положении проекта рассказала заместитель руководителя управления внутренней политики. За круглым столом собрались представители различных организаций. Участники получили ответы на свои многочисленные вопросы. Профессионал своего дела, патриот страны и достойный пример для подражания. Таким видят кандидатов в проект «100 новых лиц Казахстана». Человека, внесшего вклад в развитие современного Казахстана, может выдвинуть его коллектив. Об этом за круглым столом заявила Гульнар Касимбаева, заместитель руководителя управления внутренней политики. Управление до 10 октября будет принимать заявки. Примечательно, что участниками республиканского проекта могут стать как государственные служащие, так и общественные деятели. Участники круглого стола отметили значимость проекта, нацеленного на популяризацию идей конкурентоспособности, успешности и культа знаний. Как минимум два момента можно отметить именно для людей. Первое. Те люди, которые работают и внесли вклад в построение Казахстана, показать их заслуги, показать их успехи, сказать, грубо говоря, огромное спасибо – это правильно и хорошо. Но помимо этого, то есть помимо поощрительной стороны проекта, да, для людей, которые вошли в 100 новых лиц, надо отметить еще такой аспект, что для молодежи, для людей, которые могут на живом примере увидеть, вот он, лидер, который живет здесь рядом со мной, этот человек, который что-то сделал, посмотреть, что же он сделал, это очень хороший воспитательный аспект. За круглым столом каждый из представителей различных ведомств и организаций смог выразить свою точку зрения касательно проекта. Некоторые внесли свои предложения. Одно из них озвучил председатель территориального объединения профсоюзов Булат Жумабеков. Часто такое бывает, когда проходят определенные конкурсы, кто-то занимает гран-при, первое, второе, третье место, остальные участники как бы просто так участвовали, поэтому мы тоже внесли такое предложение от профсоюза, что те участники, которые не пройдут в конкурс 100 новых лиц Казахстана на уровне республики, вышли с предложением к Акимату области, к управлению внутренней политики, создать такую значит, будем говорить, страницу, сделать 100 новых лиц Карагандинской области. Потому что мы своих героев тоже должны знать.
В прошлом году для участия в проекте свою кандидатуру выдвинули 194 человека. Семеро из них вошли в заветный список. Выдающихся личностей несколько месяцев онлайн-голосованием выбирала вся страна. А в декабре они встретились с главой государства. Тохжан Лянова, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Офицер Национальной гвардии по горячим следам задержал подозреваемого в убийстве. Преступление произошло 22 августа в одном из кафе «Темиртау». Благодаря действиям старшего лейтенанта Даньяра Бектыбаева преступнику не удалось скрыться. В прошедшую субботу, 22 сентября, в полдень военнослужащие войсковой части 5516 Национальной гвардии услышали призыв о помощи, который доносился из городского кафе. Свидетели рассказали, только что здесь произошло убийство. Горожане также показали направление, в котором скрылся предполагаемый злоумышленник. Старший лейтенант Даниар Бектыбаев и старший сержант Канат Бердияров незамедлительно побежали в сторону городского рынка. Забежал базар, выбежал с базара, смотрю, человек бежит, ну, уже не сильно бежит, так слабо бежит. Догнал его где-то вниз, в сторону УВД, метров где-то 50, ну, в общем, где-то 1,70 м пробежал. Там догнал, поймал его, скрутил, поймал на месте, он уже опросил, где нож, как что, ты убил? Он говорит, да, я убил, говорит. И он, в принципе, понял, что его поймали. Здесь уже сотрудники приехали. По факту особо тяжкого преступления производится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса «Убийство». Задержанный 27-летний житель Темиртау признался в том, что во время ссоры нанес ножевые ранения потерпевшему. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде состоялся второй этап Дней этнокультурных объединений. В масштабном мероприятии приняли участие представители объединений 4 районов и 3 городов. Гости отведали национальные блюда и увидели яркие выступления вокальных, инструментальных и хореографических ансамблей. Второй этап Дней этнокультурных объединений напоминал веселый праздник. Первым делом участники представили видеопрезентации о своей деятельности. Программа продолжилась концертом. Яркие музыкальные номера в исполнении ансамблей подарили гостям праздничное настроение. Это праздник, это восторг, это радость, потому что столько эмоций. Все показывают этнокультурное объединение, свое творчество. И все это объединяет Ассамблея народа Казахстана, где мы под единым шинараком сегодня собрались. Каждое этнокультурное объединение имеет свои творческие коллективы, которые участвуют на различных площадках. И сегодня мы показываем свое мастерство. И мы рады, что у нас есть столько объединений и на таком высоком уровне. Свои центры представили жители Нуринского, Абайского, Бухаржирауского и Осакаровского районов, а также Балхаша, Сарани и Темиртау. Одна из участниц, Жанна Бурашева, отметила, что подобные мероприятия позволяют пропагандировать культурные ценности каждого из народов, для которого Казахстан стал домом. Казахстан как многонациональная страна, и каждый народ, который живет в Казахстане, имеет право развивать свой язык, свою традицию через свои обычаи. И сегодня этот день празднуют все народы, это день дружбы, я считаю, день толерантности. В этот день мы узнаем много о других народах, об их традициях, об их песнях. Вниманию зрителей была представлена выставка декоративно-прикладного искусства. Участники мероприятия получили не только эстетическое, но и гастрономическое наслаждение. Национальные блюда, приготовленные представителями этнокультурных объединений, сумели отведать все присутствующие. Тохжан Лянова, Гульнур Жакен, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Руководитель должен думать не только о деньгах, но и о качестве. В Караганде состоялся корпоративный семинар для руководителей медицинских организаций. Ведущий российский бизнес-тренер Константин Кальдин поделился секретами о том, как стать номер один в управлении клиникой. Выдающийся бизнес-тренер посетил Караганду впервые. Это 40-й город, где он проводит свои занятия. На семинаре он детально разобрал все процессы, которые должен знать каждый руководитель медицинских организаций. В результате участники приобрели навыки для увеличения финансовых и производственных показателей клиники. Прежде всего, мы учим искать, скажем так, резервы.
лечебное учреждение. Это так называемые точки роста, потому что у любого лечебного учреждения есть возможности вырасти, то есть по объемам помощи без потери в качестве. Вот, если это делать, то тогда любое лечебное учреждение станет гораздо более эффективно использовать свой ресурс, оно станет более устойчивым и успешным. Это, кстати, частной государственной медицины. Организаторами данного семинара является областная клиника имени Макожанова. По их словам, без новых знаний дальнейшее успешное развитие любого предприятия остается под вопросом. Помимо улучшения медицинской помощи, нужно вести правильное планирование и создать комфортные условия для персонала. Это неотъемлемая часть развития не только частных, но и государственных медицинских организаций. Бүгін бізде бизнес-тренинг өтіватыр. Клиника имени Макожанова использует инновационный менеджмент уже около 7 лет. Благодаря этому мы достигли того уровня, на котором сейчас находимся. Чтобы развиваться дальше, необходимо организовывать и участвовать в таких тренингах. Хочу отметить, что и в Казахстане есть высококвалифицированные тренеры, которых мы также приглашаем на учебные мероприятия. Данное мероприятие прошло в течение 2 дней. Константин Кальдин уже провел подобные тренинги в Астане и в Алматы. Также он готовит образовательные программы для Шымкента, Атырау и Актобе. Мульди Жакан, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Академии Балашах состоялся интеллектуальный конкурс, приуроченный к месячнику языков. Свои знания продемонстрировали студенты 1 и 2 курсов. Конкурс, посвященный Дню языков, давно стал традиционным событием для жизни Академии. Главная задача – популяризация государственного языка среди представителей других национальностей, его пропаганда и расширение границ. Чтобы сплотить наших студентов и воспитать в них патриотизм, мы устраиваем подобный конкурс. Это первое мероприятие, в котором принимают участие новоиспеченные студенты. Поэтому его значимость велика. Проведение данного конкурса – добрая традиция нашего учебного заведения. Всего в конкурсе приняли участие 6 команд. Это студенты, обучающиеся по разным специальностям. Участники прошли 3 этапа, во время которых им приходилось показывать свои творческие способности, удивлять судей музыкальными номерами и отвечать на различные вопросы. Я участвую 2-й год подряд. Благодаря этому конкурсу я узнал много нового о других народах и их языках. В прошлом году у моей команды было 2-е место. В этом мы настроены на 1-е. Мы долго готовились к этому событию. По итогам конкурса 1-е место присудили студентам специальности «Казахский язык и литература». На 2-м месте расположились студенты специальности «Фармация». Ну а почетное 3-е место досталось команде будущих специалистов иностранного языка. Победителям вручили кубок имени Ахмета Байтурсунова. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 200 миллионов тенге взыскали полицейские Караганды за совершение административных правонарушений. Городское управление внутренних дел рассказало о мерах, направлениях на повышение уровня взыскаемости административных штрафов. По проспекту Бухаржирау двигается автомашина Audi 80 серебристого цвета. За данную автомашину необходимо задержать по постановлению частного судебного исполнителя. Данная автомашина, ближайшие автопатрули, двигается по проспекту Бухаржирау. Центр оперативного управления передает данные автомашины, которым владеет должник. Уже совсем скоро его задержит ближайший автопатруль. В Караганде реализуется комплекс мер, направленный на повышение уровня взыскаемости административных штрафов. За 1-й день проведения ОПМ сотрудниками административной полиции УВД города Караганды всего взыскано на сумму свыше 1,5 миллиона тенге. И также для организации принудительного исполнения административного штрафа в палату частных судебных исполнителей направлено свыше 300 административных материалов. Также сотрудники административной практики проводятся рейды по крупным организациям для выявления по месту работы наложенных административных штрафов. После остановки транспортного средства сотрудники административной полиции вручают извещение и проводят разъяснительную работу с неплательщиками. В оперативно-профилактическом мероприятии принимают участие и частные судебные исполнители. Задержанные транспортные средства помещаются под арест. В рамках исполнительного документа на сегодняшний день передали 4 автотранспортных средства. В дальнейшем, когда должники уже погасят и исполнят исполнительный документ, данные автотранспортные средства будут возвращены владельцам.
За 8 месяцев сотрудники карагандинской полиции за административные правонарушения наложили штрафов на сумму свыше 400 миллионов тенге. Взыскано более 200 миллионов. На принудительное исполнение направлено более 2000 судебных постановлений на сумму свыше 11 миллионов тенге. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго!